Серии мастер-классов для начинающих журналистов продолжаются. 22 ноября у студентов появилась возможность пообщаться с российским журналистом и парламентским обозревателем Игорем Севрюгиным, который до недавнего времени работал на телеканале «Дождь». Темой мастер-класса была конвергентная журналистика. Такого понятия, как средства массовой информации, уже по большому счету нет. Есть медиаресурсы. То есть сейчас нельзя сказать, что 100% есть телевидение, 100% есть газета, 100% есть радио. Все так или иначе уходят в интернет. Понятия «новые медиа» вошли в нашу жизнь с появлением цифровых, информационных, компьютерных, сетевых технологий и коммуникаций. Именно развитие интернета предоставило новые возможности для распространения информационного продукта. Сейчас у каждого телеканала, радио и газеты есть еще своя мультимедийная платформа в виде сайта, куда размещают не только, например, эфирные программы, но и эксклюзивные материалы. Намного интереснее это сделать в текстовом формате с картинной галереей, например, или вставив туда, не знаю, гифки, какие-то небольшие фрагменты видео, небольшие фрагменты интервью. То есть происходит переупаковка. Также Игорь отметил, что новый журналист должен уметь снимать видео, производить текст, записывать аудиоподкасты, монтировать сюжеты и работать с блогами. Для этого универсальному журналисту важно научиться мыслить мультимедийно. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.